мы живем в христианской стране. Однако, что мы знаем о самом Иисусе? И самое главное, действительно ли мы верим в Него? Или все наше христианство просто лишний повод выпить на Пасху и Рождество? Узнаем прямо сейчас. Поехали. Как вы думаете, ребят, мы живем с вами больше в христианской или в атеистической стране? Христианской. 50/50. Думаю, что в христианской больше. Мы больше, конечно же, в христианской стране живем. Мне кажется, что если с молодежью, то в атеистической. Мне кажется, больше в христианской. Христианской. Вот по всему населению? Ну как, да, вот ощущения ваши. Скорее, больше в христианской. Среди молодежи больше атеистов. Ну в Украине... Дуже багато різних конфесій, які люди сповідують. Тому сказати, що це християнська країна, ну це неправда. Ну, звісно, вона християнська.